Итак, сухой остаток следующий. Доходы государства в 2018 году должны составить свыше 9 миллиардов евро. Это включая 2 миллиарда 304 миллиона евро дотаций ЕС. Расходы – 9,5 миллиардов евро. Таким образом, на выходе бюджет оказался дефицитным, хотя изначально его называли как первый профицитный в истории Литвы. Бюджет фонда социального страхования составит чуть более 4 миллиардов 200 миллионов евро доходов и чуть более 4 миллиардов евро расходов, а фонд обязательного медицинского страхования потратит за год почти 1 миллиард 800 миллионов евро. Ранее Даля Грибаускайте в эфире радиостанции «Женю Радиас» раскритиковала правительство и правящую коалицию, утверждая, что за год работы население ожидало от властей прорывов, а получило неопределенность, потухающие ожидания и растраченное доверие. Время выполнять данные обещания, однако и через год в политической повестке, которая долгое время носила вегетативный характер, не видно целенаправленных перемен. Реформы заменяются малозначительными решениями по поводу зданий, штатных единиц, времени труда или домашней работы школьников, сказала тогда президент.